тяжелая игра была. Играли до первой ошибки, когда счет был 2-2. Вот, удалились, и они реализовали большинство. Вот, потом мы немножко подсели. Но отыгрались 0-2. Была возможность и выйти вперед, но я еще раз повторюсь, они реализовали большинство. Вот. У нас тоже было большинство, но нам не повезло. Вот. Ну а так, в принципе, равная борьба была, хорошая игра была. Вернулся в команду перед этим сезоном, вот этот травматизм, накал на Востоке ощутил, как здесь игры проходят в драматичной борьбе? Ну да, но я думаю, что на Западе не менее драматично они проходили, как бы, в принципе, и тот дивизион тоже сильный, вот, но здесь болельщики поддерживают, полные трибуны приходят, приятно играть, болельщики гонят команду, это поднимает, воодушевляет, и хочется биться и работать. Твоя шайба сегодня оказалась первой для юлаевцев. Там, как ее прокомментируешь, с разворота бросал, целенаправленно бросал или все-таки как на бросик это был? Ну нет, шайба отлетела, там игроки у соперника упали, и я удачно оказался на отскоке. Бросал ворота, вратарь не видел броска, и шайба залетела. Еще одна игра домашней серии, 5 домашних встреч подряд. Как себя чувствуете? Насколько готовы к следующей игре? Ну, у нас есть день, чтобы восстановиться, отдохнуть. Завтра потренируемся, поработаем, подготовимся к игре, разберем ошибки и в бой.